Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Татьяна Навка, олимпийская чемпионка, поделилась с подписчиками в своем микроблоге кустами пышно цветущих пионов. А также показала ролик, на котором вместе с дочкой посетили кондитерский магазин. Но маленькая Надя, в отличие от мамы, не любит сниматься, она с недовольством отворачивалась от камеры. Итак, мои пиончики. Это еще маленькие бутончики, но они уже скоро. Можно рвать. И... Мишку-то свою любимую на севере, да? Не снимаю? Снимаю. Зачем? А, хороший вопрос. А зачем ты меня снимаешь? Объясни, почему ты не любишь. А вот мамины подписчики очень любят, когда тебя показывают. Можно мне вот это? Звезда моя. Я тоже мамина подписчица. Да. И я ради тебя только смотрю. Ну вот так вот. Отметим, младшая дочка прославленной фигуристки Татьяны Навки в августе отпразднует свой 7-й день рождения. Несмотря на юный возраст, Надежда уже делает первые успехи в фигурном катании, за что звездная мама поощряет ее сладостями. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.